Всем привет! Мы возвращаемся в эту забавную игрушку. Кстати, я на прошлый сервак не смог вернуться, потому что там, короче, был полный сервер. Тварь тупая убила меня. Чмо, где ты, тварина? Что-то какое-то все круглое, или я просто отвык от игры? А, да, все отвык. Так, все, немного лагануло, прогрузка была. Ну что ж, в SGO еще сыграем разок, посмотрим, что у нас здесь есть. Так, бегаем, бегаем. Жалко, что я не смог к прошлому серверу подключиться, там у меня уже была дубинка или что там было. Так, подождите сейчас. Что такое, это овца что ли? Это собака? Господи, это свинья. Так, какой-то звук странный. Да, стрельба. Тихо. Я слышу стрельбу. Мне графика реально непривычная вообще, жестко. Это даже не Майнкрафт, она даже не похожа графика Майнкрафт, реально, я его сравнил сейчас. И совсем другая графика. Так, что это такое? Цветочки? Ну, дайте мне оружие, пошлите обосым кого-нибудь. Я только зашла. В чате пишут. Вон, вон, бегает пистолетик. О, сколько вас много. О. А, это зомби, ёлки-палки. Ты зомби, да? Опа. Ну-ка, я помню, что нужно круголя делать, круголя. Нет, тварь, попадает, смотрите. Так он бьет, он меня спиной убивает, офигеть. Человек убивает меня спиной. Ну-ка, подожди, что у нас есть? Ничего нет вообще. Угу. Е-е-е! И чё это такое? Чё за говно? Поднимайся, параша. Господи. Не, здесь реально надо дорабатывать. Всё, он застрял. Надо реально дорабатывать. Ну-ка еще раз. Во. Чё это такое? Это штаны либо? Чё, переоделся, да? Да, штаны одел. Ну-ка, го, а как вниз спуститься? Просто обойти? Типа я сломал что-то? Кость, да, сломал? Хотя что-то я не вижу разницы. Ну, пацан бегает какой-то. Биноколь, что сюда прибежит, уходим. Уходим. О! Атас! Вот она, тварь тупая. Хочешь меня убить? Не убивай меня. Так, что же мы подобрали? Давайте проверим. Да! Помогите! А что такое? Блин, я не успел. Это адреналин? О, ХП, смотрите, регенится, прикольно. Дебил, там уже нечего брать. Ну-ка, а что такое? Бинокль. Не уматно. Бинокль даже есть. Но нам нужно оружие. Это все какое-то говно бесполезное. Конечно, можно бегать, смотреть бинокль. Так, на нас бегут. Ой, осторожно. Это столько я отрегенил? 5 хп? Вообще ни о чем. 5 хп отрегенил. Так, гоу. Беги, братюня. Он не бежит почему-то. Так, тварь тупая. Там, значит, они ходят, что они делают? Так, как это говно убрать? Стойте, мужики, стойте. Фига, все загрелись. А, это он ползет, я думаю, что он делает? Меня кто-то убил, да? Что-то кинули? Чё за мразь тупая, я не понял, что это было даже.
Так, ну ладно, голос сюда, вот. Все нам терять нечего. Кстати, я не мог бегать. Скорее всего, когда мы берем в руки это говно. А, бинокль, да, мы не можем бегать. О, месиво, месиво, месиво. Месиво, сдохни, сдохни, тварь, сдохни, сдохни. Да! У него сумка, смотрите. Опа, 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 опа. Хочет убежать, чему? Хочет убежать. А, не убежишь, наверное. Он бессмертный, что ли? Сколько я могу его убивать? О, братюня, сколько ты его собирал мне? А, я не могу больше подбирать, ёлки-палки. Какого фига? Ну, space. И... Что такое-то вообще? А. Какого хера? Что за лаги тупые? Ну боже, свободный слот. 5 килограмм я могу взять. О, господи. Может это лаги, я не знаю, что это, но он ничего... О, он только что взял. Короче, ладно, забейте. А, это, наверное, от радиации или что это? Сумка какая-то. Самое главное, обоссали бомжа. Ну-ка. А, шлем. Так, ладно. Кан. Не понимаю, реально. Хоть насрите мне на голову, я не понимаю. Такой довольно лежит. Я вот жму F, ну вот, взял. А что он больше-то не берет? Почему он это не берет? Две. Это даун, да? А-а-а, своровать хочет. Пошла отсюда, гниль. Ладно, пофиг на него, пускай забирает. Мы не жадные, тем более там вообще нечего больше брать. Я слышу стрельбу. О, господи, это самое страшное. Они сосутся, господи, о май гад. Вот как размножается зомби. Сейчас какой-нибудь дебил подбежит ко мне по-любому, это я уверен. Вон, от чего бежит. На радостях, твари. У меня хп мало, он может меня убить. Стоит, смотрит такой. Да. Он такой смотрит, думает. Нифига он, батька! Вау! Ну, стой, стой, стой. Ха-ха-ха, клюшку взял. Короче, ладно, надо просто привыкнуть к управлению, это жестко. А давайте мы со спины сейчас подойдем. Не, я убью эту тварь. Давай дружить, братюня. Да, мир, братюня, пошли, пошли, вон тебя убивают. Мир, братюня, давай. Сейчас его продамажу. Мир, братюня, давай. Давайте, убейте его, убейте. Ладно. О, красавчик. Давай, братюня, пошли, я тебе помогу. Пойдемте спасем его. Я не могу догнать, не могу. Тварь, а. Все, ложись спать. О. Чё-то говно. Все, у меня есть супероружие. Все, видите, сколько трупов? Где я, там трупы, запомните. Это я уже делаю, это у меня есть. Это непонятно что.
Ну-ка, стрела мне нафиг не усралась, но вот ее выкинем. У нас очень мало ХП. Знаете, что такое? Сдохни, чмо. Так, блин, ну... Нужна еда, оружие. У нас ХП нету, нифига. Я хочу дальше драться, убивать. Let's go, поищем. Тварь, а? Стоит, смотрит на меня. А я психопат. Ну, у нас, скорее всего, убит, потому что хилки нет вообще. О, разные виды атаки, что ли? Офигеть, зомби страшного видели? Да он шел, чуть не убил меня. Вот, давно бегут, помогите, тот самый даун, я убегать не могу. Хочешь меня убить? Хочешь меня испепелить? Это хорошее место, у меня еще какая-то радиация повышенная. Вон так вот и... Помогите, убийца, help me. Help me! Help! Кстати, я могу его, по идее, убить. Хотя, фиг его знает. У нас здесь хоровод, хоровод, хоровод. Иди убивай их, даун. Мы уже его убили миллионы раз. Хватит его уже убивать, пошлите. Мозги всякие летят, пускай они его убьют. А смысл его убивать, если он вообще без итемов, правильно? Никакого смысла нету. Мы у него забрали там рюкзак какой-то сраный. Так, как посмотреть на себя? А, вот, да, у меня рюкзак одетый. Help me! Help! Помогите! Меня догоняют! Кстати, у меня не регенится, этот, выносливость не регенится почему-то. Он что-то говорит в микрофон, прикиньте? Help me. Это другой пацан, да. По никнейму я понял, другой. Так, давайте отрегеним выносливость. Он что-то говорит. О, видите, Вера в чате пишет. Вера Хроносфера. Так. Ну-ка, что у нас здесь есть? Опять зомби сраные бегают за нами. Help me. О, записки. Вера Хроносфера. Так, там будет западня. Там западня! Тихо, тихо. Нельзя, чтобы меня ударили. 40 хп. Иди убивай их. Я могу его убить, конечно, но ладно. Не будем рисковать. Пускай он их убивает, а я прошарю здесь. Все логично, да? Авторитет делает дела. Шарит, там вещи собирает. А пешки ходят, там за ним прибирают. Так. Тихо, тихо, тихо. Что-то я подобрал. Help me, помогите. Так, подождите. Ну-ка, что там? Я какие-то трусы нашел. Трусы! А что захочет убить меня, чтобы не было свидетелей? О, я иду нашел, да? Прикольно. Как неудобно переключаться. Подождите. А, все, 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 понял, да, есть быстрые клавиши, все. Эх, я нашел еду, толку вообще никакого нету. Нам нужна хилка. Нам нужна хилка, гогу. А, вон бежит чмошник. Так, нам нужна вода. Интересно, он будет пить отсюда? Вера с хроносфера. Ай, а-ла-ла-ла. Так, ну-ка. Че он не пьет? Что с ним случилось? И пить он не хочет отсюда. Странно, конечно. Казалось бы. Ага. Так, переключаемся. Да, нам просто надо привыкнуть. Не, ну прикольно, прикольно. Опять же, напоминаю, что игра бесплатная в Стиме. Поэтому может любой взять и скачать ее. О, машина. О, там пати! На столбане, everybody! Йо! О, опять еда. О, какое зрелище, я покушаю.
Меня убило чмо. Так, The Pocket Knife. Он убил меня ножом. Клик-клак. А, это же русский сервер. Все правильно, все. Я забыл сказать вначале, да? Я вначале сказал, что прошлый сервак не работает. Ну, в смысле, он полный. Я не мог туда зайти, там, с восьмого раза не мог. И я взял русский сервак, поэтому здесь видите русские имена и так далее. Ладно, нас убили, но это в любом случае не произошло, потому что не хилок. Надо хотя бы научиться хилиться. Ну-ка, подождите. Так, крафтинг. Все, тварь пришла. Только я включаю крафтинг. Hello. Там вверху кто-то есть, да, чмо? Давай сейчас мы ему хп отнимем, он нас убьет. Да, иди сюда, чмо! Иди сюда, чмо! Я сказал, где кто-то есть. Ну, тварь сдохла. Плюс 3 медали, молодцы. Возможно. Что может быть страшнее, чем кровь на воздухе? Это самое страшное зрелище. Видите, технологии будущего. А, все исчезло. А, еще кровь исчезает, ну ладно. Вон, чмо бежит, смотрите. А, тваря. Ну-ка, здесь можно, интересно, с прыжка убить? Давайте попробуем. Он видит меня, да? Иди сюда! Я не сдох! Я не сдох! Прикиньте, мне такой сломалось, и все. Давай, давай, черного, Обама, ненавижу Обаму, давай. Оп. Пати. Побежала псина, давай, гоу. За ним, за негром. Сейчас двоих убьем сразу. Все, одного минусанул. Давай, чему, беги. Давай, чему, давай, ну. Кстати, он мне не попадает вообще. Ха, минус 2. Изи. Так. О, технологии, голова проходит сквозь стенку, нормально. Технологии. Ну-ка, что у нас здесь такое? О, американцы. О, братюня, нет. Нам, в принципе, уже драться не за что абсолютно. То есть смысла никакого нету. Он зачем-то бьет. Он кого бьет? Он меня что ли бьет? Кстати, я почему-то опять бегать не могу, странно. Я прыгать не могу, я ничего не могу делать. Стоп. А, кости сломаны, все понятно. Фух, ну ладно, там, в принципе, не было никакого смысла драться абсолютно, потому что все итемы забрали, я думал, у них будут итемы, вообще ничего у них интересного нет. О! Мы это появились в каком-то интересном месте. Да, я не мог ни бегать, ни прыгать. Я хотел спрыгнуть и убежать куда-нибудь там и пойти убить его. А он не прыгал, скорее всего, это из-за костей. Когда, помните, я первый раз упал с высока и сломал кость. То есть я жизни не потерял, а кость сломалась. Хотя тоже, да, логично, конечно же. Ну ладно, давайте посмотрим, что у нас там. Я надеюсь, здесь поменьше будет народу. Где народ? Остановист. Ну я ж муэр. Стоп. Так, стоп. А чё он не перезаряжает? Не понимаю. Сейчас я еще и просру пушку. Он почему-то не может перезаряжать. Не, мужики и девчонки, я не хочу бросать оружие, не хочу. Пошли вы в попу. Я вот тоже на обучении не мог понять. Тварь, если кто-нибудь придет по-любому, а? Какое-нибудь говнище.
Амон, я жму Т. И что? Опять Т? Хватит пацан с клюшкой за кепками бегать. Наверное, нашу клюшку нашли. Не понимаю, вообще не понимаю. Блин, я все время хотел найти пушку, а толку никакого нет. А, сейчас мы разобрали пушку, правильно? Да. Это баги или что? Какого хрена? Я не понимаю. Что за бред? Ну, я хочу стрелять, я хочу убивать. Это он, по-моему, разбирает ее. Не, я ни с кем драться сейчас не буду, пока я не сделаю пушку. Чё за бред? Вообще не понимаю. Да, так, подождите. Не понимаю. Чё за бред? Помогите мне, люди. АИМ. Здесь можно АИМ включить. Control. Reload, R. Ну я же жал R. Attachment. Я все это жму. Ну Т и чё? Я везде уже жал. Чё за движение такое идиотское? Понимаю. Магазин. Не хочу оружие просрать. Давай. Куда жать? Куда? Я не жал еще. Бред тупейший. Что за дауны делали? Так, релот. Фаер-моды. Ну, меняется режим. А чё толку от него? Блин, инвалида кусок. Так, ну-ка, чё такое X? Х-хромосома. Да, непонятно. Есть даже локал-чат. Где это чат? Короче, ладно, это все бесполезная вещь абсолютно. Я не знаю, как она работает. Полный бред. Все, что пишет, я делаю, нажимаю. Ну и чё, как? Не, тварь. Ты ошиблась. Ты меня так просто не убьешь. Ну пойдем поплаваем с тобой. Поплаваем далеко. Эх, ну ладно. Не получилось мне с оружием. Нашел оружие, ничего не вышло. Давайте, когда сейчас будет рассвет, я продолжу снимать, потому что в темноте ничего не видно. Ты!
Усрались. Ладно, все, let's go. Меня в прошлый раз убил зомби, ну ничего страшного, я еще побегал. Кстати, да, там нашел, был в городе рядом, опять, мы там уже были в прошлой серии. Помните, где там самолеты еще стоят? И там вышка, там столько лута, офигеть, у меня зомби убили опять. То есть здесь, в принципе, лут найти не проблема. И оружие не так сложно найти. Просто самое главное, в городе лазить. Тоже много кто умирает. Я вот просто бегаю по дороге, там валяется лут чей-то. Вот, здесь ничего интересного нету. Так, где-то, по-моему, мы рядом с тем местом. Ну, вот какая-то шляпа валяется, да? О! Майка. Прикольно. Оп! Видите, вот пишет в чате, да, это шутка, штучка, игра, получше Дейзи. Я, в принципе, согласен. Ну, с одной стороны, конечно же. То, что здесь можно развлекаться, угорать, особенно когда с друзьями играешь. Опять же, можно набирать команду, дойти и выносить всех. Дейзи, в принципе, то же самое, можно также команду набирать, ну, не знаю. Здесь правильно, здесь можно развлекаться. В Дейзи ты не сможешь развлекаться. Хотя, я говорю, на любителя, просто я не очень люблю Дейзи, честно. Она у меня есть, самое главное. Клотч. То есть я покупал DayZ, она тогда стоила 1000 рублей. Может, сейчас стоит 1000 рублей. Но я в ней разочаровался очень быстро. Хотя я уже думал сделать на нее тоже обзор. Я сделаю обязательно. Покажу вам, что за игра. Смотрите, мы уже нашли майку и штаны. Какой толк? Я не знаю, я буду моряком. Морячок! Так. Параша. Я не знаю, зачем мы не бросили. Хотя, может, у нас... А мы можем сделать хотя бы вид другого лица, блин. Надо было проверить. Видите, я не могу даже на паузу нажать, потому что это онлайн игра. Вы чуете, да? Ну-ка, что там было? Томато. Томато Тедро. Лалабро. Так. Что это такое? Это надо устанавливать, да? Томато. Я думал, красный это место установки. Ну-ка, подождите. О, тварь тупая. Где мой томато? Да, отвалите от меня, дебилы. Так. Ой, Гео, там что-то лежит. Ух ты. Подождите, там что-то лежит. Ножичек, ножичек, возьми, братюня, ножичек. О, опа! Заточку, хоп-хоп-хоп-хоп, порешаем, братюня. Я мир. А я морячок с ножичком. Ну, как забавно, а, братюня. Фуа-фуа-фуа-фуа-фуа-фуа-фуа! Чмо, сгни, тварь тупая, гни. Гной, гни. Мразь. Зарешал. Я буду бандюга, реально. Прикиньте, морячок бандюга. Какой же он злой. Ах ты, тварь, бежит. Блин. Чмошники, а? Одевай, братюня. Самое время переодеться. Просто я пока не могу привыкнуть к управлению, поэтому, видите, бывает туплю, что начинаю переодеваться, когда вот зомби рядом. Но самое главное, морковка, да? Да, корот. Самое главное... Братюня, мир, 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 братюня! Мы мир с тобой навсегда! Ты сдохнешь, тра-ля-ля-ля-ля! Нифига, он бессмертный! Да ты чё, чмо? Вы сравните, как я того убивал, или как этого, да? Да ладно, он реально бессмертное чмо! Да пошли вы в жопу, это реально какой-то бред. Невозможно такое вообще. Просто невозможно. Он в машине сидит. Он, наверное, здесь появится. В машину сел. Опа! Кто стреляет в меня, кто? Опа! А! Это не он был, да, наверное? Кто-то стрелял в меня. А, ладно, все, я не видел. Чмо. Ну, все равно, самое главное, я порешал ложков. Просто унизил в говнецо. Неуматно. Видали, что делать ножик? Пошлите, опять пробуем найти оружие. Ну, сложно, сложно. Говорю, надо игру изучать, конечно же. Сейчас опять найдем ружбайку, а я не могу выстрелить. Хотя я все кнопки жал. Я не знаю, или я такой кривой,
Или, возможно, реально нельзя еще с автомата. Я еще ни одного автомата в игре не видел, кстати, заметьте. Пистолеты, да, но автомата ни одного. Поэтому, возможно, с автомата нельзя стрелять. Типа для баланса, для теста и так далее. Так, у меня выносливость... Тварь, а? Вон бегает чему. Фига он круглый. Он такой большой, что ли? Жирдяй? А, нет, или это глючит меня? Это вот самое хорошее место, запомните его. Магазин. Видите, здесь постоянно оружие. Вот именно в этом месте постоянно оружие. Что, меня, скорее всего, еще убьют здесь, да? Так, что-то какое-то говно подобрал. Это кто? Это зомби? Да, это зомби. Но из-за того, что здесь постоянно оружие, здесь и народу будет больше, конечно же, бегать. Ну, постоянное оружие это было один раз, ну ладно. Блин, все, нету ничего, да? Кстати, я даже не знаю, с каким временем появляется оружие, да? Я тоже надо читать все, узнавать, если вам интересно. То есть здесь же по таймингу. О, это говно, болты. Так, ну-ка, что у меня? Еее! Пила! Снимем сейчас кино, пила 5. Чмошники. Мне кажется, пила какая-то вообще никудышная. Что-то она как-то слабо дамажит. Или это я просто тупо по каждому по одному разу ударил. Тварь, сдохни, 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 чмо, сдохни, сдохни, сдохни. На! Блин. Что мне делать? Я хотел его убить. А смысл мне жить после этого? Все. Так, сейчас опять кончертила прибежит. Вон они уже бегут. Пускай бежит, а я пока гляну, что он здесь есть. Он сейчас убьет меня по-любому. Как прокачивать уровни? О! Здесь, наверное, скорость, да, есть. Он из лука стреляет, смотрите. Можно его просто так ударить, да, чтобы он помучился. Ну, он бьет меня, мне один выстрел всего лишь сделает. С автоматом еще чертило, что-то бежит, бормочет. Да. Здесь тоже иногда лагает. Вы заметили, да, что он был далеко от меня и как-то он ударил, потом как-то выстрелил. Ну, это ерунда. В любом случае нас убили. Но все равно мы просто изучаем игру, правильно? Мы серьезно к этому не относимся. Увидели, что есть такая тема, как пила. Кстати, я прокачал уровень, он, по идее, же остается. А я не знаю, остается, нет. Надо вот потом проверить, остается. По-моему, скорее всего, он должен оставаться, по логике. Если здесь есть скорость, значит, здесь можно убегать хорошо. Вариор, видите, да? Скорость. Агилити. Во! Там... О, это что место? Это же наше любимое поле. Здесь клюшки еще валяются, по-моему, да? Все, что вам нужно, это научиться хилиться. Тварь тупая. Батарейки сраные, ненавижу вас. Так. Наверху тоже там мутант стоит, зомби. Ну-ка, что он здесь есть? Он здесь всегда стоит, правильно? Нет. Вот видите, в чате пишут, про читеров уже пишут, заметьте. Я же кости сломал как-то, ёлки-палки. Я думал, это быстрый спуск был, ну ладно. То, что в этой игре будут читеры, я думаю, это 100% такая тема будет. Я не думаю, что это самый безопасный движок. Не, по-любому кривой. Кто на маякец? Я на маякец. Ах ты чмо! Мир! Мир, братюня! Братюня, мир! Мир, мир. За мной бегут, помогите, помогите. У меня ноги сломаны, help me. Ведь он сам нападает.
Ладно. Кстати, там писали, когда я ждал, чтобы прошла ночь, что вот играть за негра нечестно, потому что его ночью вообще не видно. Кстати, да, логично, правильно? Черная текстура, черный фон. Вот такие вот дела. Ну что ж, давайте подводить уже итоги. В принципе, мы разомнялись. Неплохая игрушка, да. Если за нее серьезно садиться, то, в принципе, можно. Лучше всего собрать Тиму, да, безусловно. Здесь по-любому есть какие-то фишки для Тимы. Есть голосовой чат. Вот он, на К, по-моему. Я не помню как, но голосовой чат есть. Так, ну-ка, подождите. О, это онлайн. Кстати, смотреть онлайн, да, я сейчас только узнал, на П. Английское П, это кто на сервере находится. Но они даже не могли сделать число тупые дауны, чтобы я видел количество людей. Я же не буду считать. Необычно. По-моему, это ранний доступ, насколько я помню, да? Ранний доступ же. Если это ранний доступ, то, в принципе, да. Пускай они работают над игрой, дорабатывают. Если здесь есть читеры, про них писали, то это будет очень плохо. Пускай они решают проблему с этим. А так уже многое есть, играть можно спокойно, есть машины, за это мы первый раз, когда играли, да, мы ездили на машине именно в тестовом режиме. Но мы находили много машин. Ух ты, Господи Иисусе, что это? What the fuck? Это же дверь в рай! Господи Иисусе, я нашел эту дверь! Кстати, он чем-то еще похож на щит, который у спецназа. Помните, Counter-Strike еще такой давно был щит? Такой, берешь его перед собой и ставишь, чтобы в него стреляли. Опа, опа. Поэтому, если вы будете прокачивать скиллы, например, вот скиллы, да, скорость, будете быстро бегать, а всех будете убегать и догонять. Профит. Вариор. Есть энергии у нас. Зачем это поставили, говно, непонятно. Видите, в чате есть русский. Давайте я покажу, на каком сервере я играю, и все, и мы на этом закончим. Нет, не на каком сервере я играю, а именно сейчас играю. В будущем, может быть, я 20 раз поменяю сервер. Мне все. Вот. Play Connect. Вот айпишник. Это я его тоже нашел в Гугле. За пару минут. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Скорее всего, я еще буду делать выпуски. Безусловно, про игру я не забуду. Всем пока.